Малый полосатик минк, длина 10,7 метра. Малый полосатик – это вид усатых китообразных из семейства полосатиковых. У этого кита есть несколько иных названий – северный малый полосатик, малый полосатик минке, карликовый полосатик. Киты с белым брюхом, плавником и полосами на голове держатся небольшими группами, только во время сезонной миграции эти киты сбиваются в большие популяции до 100 особей. Лето они проводят в умеренных широтах, на зиму перебираются в тропики, водятся по всему земному шару. Его сравнительно небольшие размеры позволяют животному развивать приличную скорость почти 40 км в час. Малый полосатик может задерживать дыхание до 20 минут, уходя под воду, когда чувствует опасность. Малый полосатик полностью выпрыгивает из воды, выбрасывает низкий фонтан высотой около 2 метров, который очень трудно разглядеть. Малый полосатик в основном питается различной мелкой рыбешкой, средняя продолжительность жизни малого полосатика составляет 50 лет.